Чем дальше от моря, тем холоднее. Чем ближе к морю, тем теплее. Все наоборот. Дачка на берегу моря. У Лены трое, не один. Прям сразу. Прям сразу. Много работы за компьютером теперь. Делаем очки и подбираем оправу, подбираем линзы. Один я сейчас вот эти. Оправы, то есть оправы у нас есть средний сегмент, спеши сегмент. И самые недорогие оправы. Это те, которые темнеют на солнце. Видная кухонька тут. Обалдеть. Ну вот, теперь мы такие с Леной очкарики. Привет, друзья. Привет. Меня зовут Олег. А меня Лена. И вы на канале «Есть как есть». А сейчас мы начинаем снимать наш ролик на балкончике. Вы не смотрите, что так солнечно. На самом деле солнце светит, но холодно. На балконе мы сейчас греемся. У нас тут тепло. Но как только заходишь в комнату, понимаешь, что такое ощущение, что ты заходишь прямо в холодильник в какой-то. А на балкончике очень хорошо. Хочешь погреться на балкон, хочешь охладиться в комнату. Вот так. Да. А сейчас мы собираемся пойти в оптику, получить мои очки. Мы заказали две пары очков. Одни с стеклами, которые темнеют на солнце, а другие уже от солнца конкретно очки. Мы уже их заказали, и они уже готовы. Мы сейчас пойдем в эту оптику, и если у нас будет возможность, то мы снимем саму оптику, снимем цены какие там, узнаем, как долго ждать заказов, и как часто у них меняются коллекции. Ну, в общем, все, что касается оптики, мы узнаем. Пообщаемся там с девушками, которые работают. Да, они там русскоязычные. Русскоязычные, да, очень. Это очень хорошо. Это очень удобно, потому что когда вот мы сейчас пришли, сразу показали оправы, сказали, все. Ну, это важно, когда все-таки говорят по-русски. Да, очень хорошо. А мои очки, почему мы решили поменять? Потому что мои очки уже старые, и у них, ну, стали плохие стекла. Я не знаю, я даже, ну, так не видно, наверное. Вот. Потихонечку облазят. Да, они начали немножечко стеклышки облазить. Ну, и сама оправа уже такая, она от времени стала такая белеть. И, в общем, захотелось что-то, да, что-то новое. У Лены будет обновка, и мы покажем эти очки, и озвучишь цену тогда на очки. Да. Вот. Ну, пойдем. Пойдем. А в оптику мы решили не ехать на автобусе. Думаем, пойдем-ка мы к морю сходим, посмотрим, как здесь. А здесь классно. Если в районе холодно, то здесь у моря теплынь. Не то, что у нас. У нас, если ты выходишь на улицу в Таллине, то на улице, например, холодно, то у моря еще холоднее. Ну, море там совсем просто. Да. Если пойдешь зимой к морю, ну все, пару минут и до свидания. Да. А здесь все наоборот. Здесь классно. Здесь вообще, я даже идти никуда не хочу больше. Чем дальше от моря, тем холоднее. Чем ближе к морю, тем теплее. Все наоборот. Здорово. А смотрите, тут какой бомж-стайл. В общем, дом там с диваном, внутри палаточка какая-то сделана. Летняя кухонька тут. Какие-то полочки, клетки для животных. Вот сейчас там я покажу. В общем, это все, что осталось от кафешек. Там прям домик внутри, как палатка. Кровати стоят. Вот так люди приспособились. Дачка на берегу моря. Вот в этом магазине оптики мы заказали очки. Сейчас пойдем получать. Посмотрим. Вот Лена будет сейчас мерить очечи свои. Покажись. Ну, очень красиво, по-моему. Хорошие очки. Это те, которые темнеют на солнце. Сейчас выйдем на солнце и посмотрим, как они потемнеют. Угу. Хорошо сидят, да? Хорошо сидят. Немножечко, мне кажется, надо душки померить. Угу. Мери второй раз. Сейчас. Сейчас посмотрим. Наверное, еще все-таки. Чуть еще, да. Вот, может быть, посмотреть. Сейчас мы так посмотрим. Давайте. А вот Лена меряет солнечные очки.
По-моему, тоже очень красивые. Да. Это тоже диоптрия. Да, очень хорошо. Тоже немножечко надо поджать эти. А так сидит очень хорошо. Ну, сейчас тебе все сделают, такие, поправят. Прям, темные-темные. Красивые. Красные. Вот у Лены уже немножко затемнились очечи. Такие красивые. Очень хорошие. О, какие очки. Супер. Ну, летние вообще, как летние, так они просто офигенные. Прикольно. У Лены сейчас там очки подгоняют, дужки загибают, ну, чтобы все было классно. А эти очки у меня темнеют на солнце. И у меня минус 4,5 диоптрия. И эти очки стоили 1700 лир. Вот эти. Это 114 евро. И другие очки, которые темные. Которые не темнеют, а темные. Сейчас покажу их. Они тоже с диоптриями? Они тоже с диоптриями, да. Вот такие вот. Эти очки были подешевле. Они стоили... 1200 лир, 79 евро. Вот. Одену я сейчас вот эти. Ты хочешь их попробовать и уже, да, в них походить? Да. Темные я попозже одену. Вот так. Вот сюда. Здесь работают русскоязычные девушки. И очень удобно. Можно все спросить, все узнать, все объяснят, все покажут, все расскажут. И сейчас мы покажем, какие есть очки. Меня зовут Наталья, я собственница этого Ясмин Оптик. Сейчас я вам покажу, какие у нас есть наличие оправы. То есть оправы у нас есть средний сегмент, высший сегмент и самые недорогие оправы. То есть недорогие оправы, скажем так, от 150 лир, очень бюджетные. Там, пластик, металл. Есть средний сегмент оправы от 500 лир, то есть можно 500 лир уложиться, оправу купить. Есть как турецкие марки, так и европейские марки различные. Здесь представлены оправы для женщин. Есть детских оправ большое количество, можете посмотреть. То есть, такие разноцветные, турецкие, вот европейские, смотрите, такие очень интересные. Дальше переходим на следующую стойку. Здесь у нас уже оправы подороже. Известные марки Polo, Armani Exchange, Prada, Valentino, Dolce & Gabbana. Очень хорошие марки, интересные цветовые решения. LaMatta, Chaos, Genesis. Они уже стоят от 2,5 до 3,5 тысяч. Здесь тоже средний сегмент пока представлен. И, соответственно, есть солнцезащитные очки. Пока они продаются у нас со скидками. Можно успеть на акции. И в феврале мы ждем уже новые поступления, новых коллекций. Там уже будет более широкий ассортимент у нас. Естественно, у нас есть как за 200 лир солнцезащитные очки, так и, допустим, Tom Ford 4000-4500 лир. Ray-Ban, Tom Ford известные, Gucci, Versace есть. Что у нас еще представлено? Известные марки. Miu Miu, Lacoste, Ray-Ban. Снова Lacoste, Gucci, Tom Ford, Schlesinger марка, Espada. То есть, в принципе, много марок у нас представлено. Известных. Есть еще менее известные марки среднего сегмента: Bruno Mazzini, Диспада, Хермоса, но известные в Турции. А сколько стоят они в среднем? Средняя группа примерно от 500 лир, 500-800 лир. Дальше есть 1000 лир очки, а Ray-Ban примерно стоимость 1500, Gucci около 3000 лир, Miu Miu 2900, вот такого. Хорошо, спасибо. Пожалуйста.
Скажите, а если зрение нужно проверить человеку, вы можете предоставить эти услуги? Мы не предоставляем услуги, как и другие оптики в Турции. Мы только сопровождаем наших клиентов, которые хотят приобрести очки. Можем сопроводить больницу в частную, представить нашего переводчика. Ну и, соответственно, получить рецепт, если есть какие-то другие проблемы, помочь в этом, ну, то есть перевести, пообщаться с врачом и так далее, обсудить дальнейшие действия. И дальше мы уже согласно рецепту делаем очки и подбираем оправу, подбираем линзы и делаем монтаж. То есть лучше, если уже человек приходит со своим рецептом, но если нет, то вы тоже можете помочь. Да, совершенно верно. Скажите, а у вас вот один магазин здесь, в Махмутларе, или где-то еще есть такой же ваш магазин? Да, у нас есть еще один магазин, он находится в Ово, он открылся 6 лет назад, то есть непосредственно рядом с глазной клиникой он находится и с городской больницей, то есть туда тоже можно обращаться. Там немножко другой ассортимент, но тем не менее мы работаем сообща, все, что есть здесь, можно и привезти туда. Ну, очень хорошо, те, кто живут в Абате, будут обращаться наверняка в тот магазин. Надеюсь, что будет так. Очень хорошо, спасибо. Пожалуйста. Скажите, а сколько по времени занимает сделать очки? Вот. Зависит от сложности зрения. И, во-вторых, если индивидуальный заказ, допустим, прогрессивные линзы, бифокальные линзы или высокая диоптрия, то это займет 2-3 рабочих дня. Если линза несложная и работа несложная, то примерно 1-2 рабочих дня. Ну, так же примерно, как у нас. У нас тоже за 2 дня вы справились, ну, и сделали доленные очки. Да, классно, совершенно здорово. Верно. А это вот ваши детишки, да, здесь учатся, после школы пришли? Ну, да, после школы наши дети помогают. Ну, здорово, классно. А вы давно уже, сколько вы живете вообще в Турции? Я живу 10-й год. 10-й год? Да. Все здорово, все вам нравится, отлично. Ну, как и везде, что-то может нравиться, что-то нет. То есть так не бывает, наверное, чтобы все нравилось. Есть как и плюсы, так и минусы. Это нормально. Это нормально, конечно. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Я сейчас выбираю себе для компьютера очки. Ну, эти вроде бы более-менее, да? Да, хорошо. Такие надо, с синими стеклами, чтобы много работы за компьютером теперь. То руками, теперь глазами. Так непривычно тебя в очках видеть вообще, в таких, в обычных. Профессор? Да, почти. Кислых щей. Кислых. Теперь скоро так буду говорить, с таким акцентом. Кислых. У нас тут ребята прикалываются. Там. А вот тут разные аксессуары на очки. Разные цепочки. Сейчас посмотрим цену. Так, а цена 50 лир. 50 лир, тут тоже 50. Тут шнурочки. Все по 50 лир получается.
короткие очки. Такой вот я очкарик буду. Удобные? Эти выбрал? Эти удобные. Я еще не окончательно выбрал, но практически выбрал. Угу. Как они называются? Infinity? Это турецкая марка. Турецкая марка, да? Да, но они но очень хорошие, они очень легкие, достойные. Я даже не чувствую. Вот такие. Так, пока. Ну вот у меня двое таких очков на выбор. В одних я вот так выгляжу. Но мне в них, конечно, не ходить, а просто сидеть за компьютером. А вторые вот такие. Но вот эти даже более, да, действительно, они. Я их вообще не чувствую. Наверное, остановимся вот на этих. Вот такие тут витрины, такие очечки, такие смешные всякие. Олег меня уже зовет сейчас. Вот ему там смотрит расстояние. Я выбрал очки, и мне сейчас сразу их сделают. Прям сразу? Прям сразу. Это будет стоить 600 лет. Вот так делают мои очки. Прямо сразу. Никогда не видел, как делают очки. Смотрите, какие Лена нашла очки. Почему мы их раньше не видели? Их просто не было. Обалдеть. Придется еще одни купить. Наверное. Как не лиса, уйти, улыбается. Не уйти нам. Одна линза готова, и сейчас будет делаться вторая. Вот готова, да, вторая линза. И сейчас скоро мои очки будут готовы. Да, вот такие очки мы нашли. Обязательно надо их купить. Заказать. Красивые. Очень. Готовы. 10 минут прошло, не больше. Отлично. Я даже нижнюю строчку вижу хорошо. Отлично. Это плюс 0,5. Плюс 0,5 это чисто для работы за компьютером. Нам никак не уйти. Нас тут кофе угощают и сразу делают очки вообще. Сейчас у Лены очки вторые, которые вы заказали, они тоже будут сейчас готовы. Это уже третьи. У Лены трое, а у меня одни. Не остановиться. Не остановиться. Опасно никак. Заходить сюда. А сейчас делаются линзы, вытаскиваются для очков, которые Лена выбрала. Вот Лена меряет, сейчас будет мерить очки. Новые. Ну, по-моему, очень красивые очки. Обалденные. Как тебе они? Очень удобные. Хорошо в них видишь? Да, хорошо. Хочу посмотреть. Да. Да, наверное, да, тут надо обязательно поправить. Чуть-чуть поправить да, надо, да? Да, они вот здесь очень хорошо, а вот здесь вот прямо хочется их хорошо. Немножко так, загнуть. Потому что мне кажется, что если я так тряхну, то они у меня упадут. Сейчас посмотрим, сколько сожмут. Очень легко так. Лена, мери очки. Так, сейчас. Будет хорошо. Тест прошли? Не спадают? Нет, не спадают. Хорошо. Удобно? Удобно. Нет. Ну, очень красиво. Ну вот, теперь мы такие с Леной очкарики. Да. Вот. И теперь будем прощаться с вами. Подписывайтесь на канал,
ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Мы ждем. А сегодня будем с вами прощаться. И пока-пока. Пока-пока.